на пратори. Дорога, ни одной ямочки. Там вдалеке немножко правее видно Вену. Дочек маленький, село, как по-нашему говорится, или деревня. Маленький Гумпольцкирхен. Гумпольцкирхен. Сейчас я его проеду и потом опять включусь, чтобы немножко поснимать вам. Не, это не полицей. Город Гумпольцкирхен или деревня, или село, не знаю. Надо посмотреть, сколько в нем людей живет. Вот видите, здесь мне не разъехаться с ним. Но женщина остановилась спокойненько. Мы едем на Мюдлинг. И сюда направо. В городе специальная дорога. Немножко латают и все, чтобы люди не летали. Но здесь, конечно, не разъехаться. Вот он, Гумпольцкирхен, мы проехали. Едем на Мюдлинг теперь. Сегодня у нас 2 января 2018. Вам такая погодка плохонькая, снега нету, не, ну, если кому-то снег нужен, конечно, кто любитель на лыжах, достаточно проехать здесь 30 километров, вы уже в снегу можете купаться, на лыжах ездить, рыться в снегу, на санках ездить. Такая дорожка. Дорожка с Бадена на Мюдлинг получается. Мюдлинг — это пригород Вены. Такие цены порядочные, конечно, в Мюдлинге у нас. Дорожки. Сейчас, кстати, будет ресторан красивый. И вот на Новый год, вот ресторан «Панорама», и на Новый год, вот, пожалуйста, вот вам видно вид какой. И на Новый год, вот уже Вена, видите, там вдалеке. На Новый год все сидят. И точат и смотрят, как в Вене стреляют фейерверки. Вон, видите, там все видно вам, пожалуйста. Ну все, мы сейчас съезжаем. Еще попытаюсь вам снять. Но уже, наверное, мало чего видно будет. Сначала Вены, здания вот эти вот все, вон у них видно, видите, вон они, вон.
все, мы, считайте, приехали. Медлик. 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 Вот. Так мы ехали где-то примерно 5 минут. 5 минут с Гумпроздорфа, и там, ну, примерно 10 минут, да? Если вы едете на автобане, едете минут 10 только с Бадена, потому что вы езжаете с Бадена, пока до автобана доедете, уже 5 минут будет. И пока вы с Мюдлинга отсюда, если доехать до автобана, тоже минут 10. То есть вы делаете параллельную дорогу, которая находится в стороне от городов этих. И то есть напрямую из Бадена до Мюдлинга можете прекрасно в течение 5-7 минут доехать. Все, всем пока!